считают, что жестикуляции и мимика могут сказать о человеке гораздо больше, чем слова. Выразительные и плавные жесты руками вызывают позитивные эмоции. Они располагают собеседника к доверию и искренности, тогда как чрезмерная жестикуляция может показать, что человек испытывает внутреннее напряжение и не уверен в себе. Если человек, ну, трогает вот здесь ушко, то значит он уже выслушался и хочет сам высказать свое мнение. Если человек зажат и сидит уже вот так, значит ему неуютно и некомфортно. Если человек трогает переносицу здесь, значит он задумался. То есть вы его сподвигли на какую-то мысль, и он думает о том, что вы говорите. Это значит хорошо. Если слушающий человек собрал руки в замок и подпирает ими голову или подпирает рукой подбородок, это добрый знак. Такие жесты говорят о том, что человеку интересно то, что вы говорите. Собеседник потирает очки, поправляет одежду, рассматривает ноги, подпирает щеку, он заскучал. Обращайте внимание и на ноги, стоят ровно или открыты, все хорошо. Закидывает ногу на ногу, испытывая дискомфорт и планирует поскорее завершить встречу. Но стоит помнить, что все жесты сугубо индивидуальны. Не всегда потирание очков – сигнал о том, что собеседнику неинтересна беседа. Может быть, в этих действиях есть практическая необходимость.